Вот такой туман. На улице 10 градусов мороза. Но чувствуется весна. Он такой. Даже 10 градусов мороза, даже такого ощущения нету. Ну-ка, ти-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 ти. Утишь, утишь отсюда, утишь. Ну-ка, пошли. Она тяжелая. Надо молоть. Здесь тоже зерно кончилось. Это здоровое. Теперь надо доставать. Оттуда надо доставать. Ёлкин. Телунь, 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 телунь. Ну, хватит. Ну, хорош. Ну-ка. Уйди. Ну-ка, ушел. Ушел.
А стелят им вообще грубо. Потому что они не понимают ласку. Они когда с ними начинаешь ласку, они еще хуже. Давай сюда. Ну, ушел. Ушел, ушел. Боишься ногами долбануть? Так не пойдем. Я тут раз, когда тюк с вами разрезала, и дел куда-то большой ножик. И вот убей, не помню, куда я его дела. Везде уже ищу, муж, говорю, снег бросила. И не могу нигде найти. Уже везде ищу, ищу, ищу. Ну ничего, снег сойдет. Тогда, может, появится. Не знаю, куда я делала. Помню, что делала, а не помню, вот в руках держала, куда я усунула. Да, совсем непорядок. Увесну, сколько мне делов здесь, это вообще столько разборки. Сейчас курям соломки наберу. В гнезд ложу, прихожу, все повыкидываю, все перевернуть. С ног на голову. Сейчас наберу им, постелю. Потом там делать щелка, сейчас посмотрю. Пирсинг. Маникюром занимается. Там ногтей нет, а ты стрижешь. Пусть. Всем-всем здравствуйте. Всех приветствую на канале. На канале в Галюн деревне. Утро прошло. Я вам показала почти молчком, чё к чему. Видели, как со скотиной надо обращаться ласково. Они как обращаются, да? Видели, бык чё ворочает? Вот так вот. И даже боишься подходить, его кормить, может, рогом так задеть, что... Или глаз выбить, или еще что-нибудь. Так вот. Михаил занимается своими делами, подстригает свои ногти. А мне надо своим заниматься. А я сейчас буду блендерить. Пенсия моя закончилась. Остается до нее немножко. Вот. Хлеба у нас нету. Так что будем что-то варганить. Ну, а я почистил картошку, зашла. Сейчас вот. Теперь буду заставлять Михаила. Тяжело им работать нельзя. Руками можно чистить картошку. Понял? Запросто. Вы слышали? Так что хотя бы картошку чистить. Сидя. У нее такая штука понравилась, это тесто замешивать. Как же она называется-то? Ой, мне вообще понравилось. Ну, это, наверное, этот, как называют? Комбайн? Да я не знаю, комбайн или не комбайн. Все туда закладываешь, оно месить, месить, месить. Чего-то. И уснула. Кто? Уснула. Месить и намесила. Да. И на все замешать. То вот сама руками, а то раз, и все готово. Вы мне подскажите, как оно называется, сколько оно хоть стоит. Наверное, дорого, да? Да нет. Ну, он такой, как комбайн, я видела. Надо забить, посмотреть в интернете. Так, ну все, я приступаю. Скажешь, на тряпочку, на полотенце поставила. У нас он, видите, там, тот раз сломался тут штучка. Ну, лопнул там, короче, выскочил. Михаил придумал, сделал шайбочку. И вот он теперь на стол надо, вот, чтобы на что-то. На мягкое.
Вы меня там на старость лет воспитывать решили? Не, я человек самостоятельный по жизни. Так что не надо меня учить, лечить. Я сама знаю, что мне делать, как мне есть, как мне что показывать, что говорить, что не говорить. Так что это не прокатит. Может, прислушаюсь, но не знаю. Так, ну а я уже пеку. У меня даже масло подсолнечное кончилось. А. Сестра мне вот такой присылала, сейчас вот на таком пожаре. А мы вчера с Михаилом что вечером ели? Открыли с ним оливки, банку съели пополам. И что-то захотелось нам кукурузы. И банку кукурузы тоже пополам съели. Вы вот не поверите даже, как мы с ним вчера ужинали. Ну, это уже время было, правда, 10 час. Вот такие лепёшки я получу тут. Красивые. Вот такие красивейшие драники получились. Там еще он пекутся. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Приятного просмотра. А я сама тут раз, когда я монтировала видео, ела когда огурец. Блин, я монтирую, мне так захотелось огурец, я быстро побежала на кухню, съела. Так что, правда, вот когда смотришь, то что делаете, и хочется. А я поняла, почему мне написали, что, чтобы я вилкой брала. Во мне видят культурную женщину, а я это не оправдываю. Ну, буду стараться. Слышь, кур раскудахтались. Пошла. 3 яйца вот принесла. Лапша у нас там осталась на тарелку. Надо варить лук или борщ. Не знаю, что варить. Короче, надоело. Варить и варить. Не разомялась. Ну, а надо. Сейчас замочу. Заварил себе чай. Такой обалденной кружки, красивая. Кружку, ладно. Достал варенье. Вот видите, в блюдечко наложила. С такой красивой ложечкой. И никак не пойму, что за варенье. Здесь черная нормалина. И попадается немножко клубнички. Девочки, такой... Нет. Земляника, что ли? Малина, земляника. Не клубник. Ну да, она он мелкая. Вообще в такой вкус. Прям обалденный. Наверное, последняя клубника была. Черная малина. И последняя клубничка мелкая. Ой, ну вообще вкуснота такая. Так что всем приятного аппетита. Приятного чаепития. Звезда. Ну, вы знаете, кто подарил мне такой бокальчик. Да? Да. Чай попила. Вышла. Туда уже ушла. За дом. Слышь, собак брешет. Дружок. Ну, он так у нас
Не по делу не брешься. Кто чужой идет, брешься. Вот. Выглядываю, иду, гляжу, иду по воде. Проверять воду. Воруем мы или не воруем. Короче, техобслуживание. 500 рублей за год. Вот тут раз газ. 1800 техобслуживание за год. А за воду 500 рублей. Ну, что же тут уж. Ну, а она сказала, говорит, многие отказываются. Ну, тогда там что-то, если прорвется, то не будут делать, что ли, бесплатно. Ну, думаю, 500 рублей не такие деньги. Короче, отдала 500 рублей. У нас такой снегопад идет сильный. Вон, видите, снег прям. Фигарить. Утром показал он мне, фураж закончился. Вот в обед-то вышла я. Принесла курям, он насыпала. Вон, пшеничные отходы. А эти два ведра набрала там, на улице тоже, в бочке. Тут и пшеница немножко попадается, и ячмень. Сейчас вот эти два больших ведра намелю. Все, помогайте мне. Будем дробить, молоть, как говорится. Делов много. Ну, намолол я хорошо. Я даже сверху пшениц вот эту отходу намолола. Но, правда, стояла, не отходила, чтобы не забилась. Ну, это прася там сверху. Так что полбочки есть у меня. Дня на два, наверное. Посмотрим, короче. Так что вот такие дела. Успел еще, взяла яйцо. Клюют. Пошла гнездо сырое. Все перекапано, все это. Вот. Намолола, сделала. Говорю, сейчас пойду погляжу. Гляну, лежите ж теплые. Но уже грязные. О, стоять вот прям. Сейчас им, наверное, вот так, да, я не нарбучу. О, идите вы отсюда. Неситься лучше, чем клюют. Не хватает им. Надо было песочку. Он у нас засыпан. Надо с осени все готовить. Надо еще купить им этих ракушек. Вышла на прогулку. Метёть. Ну, сверх сыпить. Вместе не метёт, а сверх сыпить. Взяла он. Два пакета мусор набрала. Решилась, говорю, пойду пройдусь. Так что, девочки, я пошла. Кто со мной? Давай. Туда, наверное, пойду. Сейчас по дороге будет в лицо. А назад в зад. Ну, посмотрим, короче. Ну, гулять надо. Все, я пошла. Что интересно, сниму, покажу. Дошла я почти до того места, где вода открыта. Сейчас. Тут раз не смогла вам показать. Туда опустилась. И у меня за все телефон сел. Это уже я оттуда шла. А сейчас иду туда. Вот сейчас я вам покажу. Сейчас мы туда с вами опустимся. Посмотрим, как она течет. Ой, а такая вонь стоит. Тухлый прям вообще. Вон туда, вниз сейчас пойдем. Вы не боитесь, идите со мной. Тихонько. Ой, елки-палки. Скользко, чуть не упала. Потихонечку. Ой. Ой. За палку возьму все. Скользко. Куда-то будет забираться лучше. Там уж что было. Вот теперь была, а потом подмерзла. Сейчас посмотрим, как она течет. Вон.
Вон туда кто-то даже вон опускался, ходил. Аж вниз. Может там рыба? Не знаю, кто туда он ходил. Аж. А, смотрели, наверное. Тут вот колодец. Ну вот так стал течь. Ой, видите, какая красота. На дереве застыла. Вон, видите? Сейчас я вам покажу. О, красота, да? Там он открытый, это заглушка. Вода прям какая-то коричневая. Ну, кто это туда вон опускался? Ну, я туда не пойду. Так вам показываю. Ну, все, посмотрели? Понравилось? Все, пошло. Так, ну а мне вон куда надо подняться? Вон наш. Ну ничего, сейчас поднимемся. Подниматься уже легче. Вот скажет тебе носить, да? Ну а как не показать вам? Ой, ёкарный. Главное, чтобы матом не ругаться. А то совсем мне скажете. И Галюня дурила. Так, все. Сейчас в другом месте наступлю вон ногой. Да, спрыгнуть. Все, вышло. Вон детей из школы везут. Повернул назад. Вы меня угадываете? Нет. Все, сюда прошла 2 километра. Сейчас еще отсюда дойду. Но отсюда уже легче, потому что шла почти навстречу была. А сейчас как-то бочок немножко. Так что иду. Вчера я не ходила на прогулку. Я вчера так... И даже видео ничего не снимала. Я вчера 3 часа была на улице. Я у телят у всех почистила. У поросят, у телят из-под ног. Ну, короче, занималась сначала на улице, а потом, насколько сил хватило, немножко в домик прибиралась. Ну, что показывать, это навоз, да уборка в доме. Так что я не снимала. Вот. И гулять не ходила. Устала. И говорю, не пошла я. И вечер у меня прям такой свободный был, что монтировать ничего не надо было. Ну, это монтирование, это работа. Блин, вот захотелось сырого яйца. Сейчас съем. Я его, правда, помыл хорошо. Сейчас. Свое домашнее. Прям вот хочется. Сейчас посолю. Угу. Так. Он вообще вкусно. Я культурно ем, не чавкаю. Вот бывает охота, да?
дорогие мои, вышла убираться на вечер. Вы поглядите, что творится. Ой, что-то с чем-то. Ой, вообще все замело вон. Около пару сейчас дверь вся была. Заметено. Блин, как же сейчас буду убираться? Ой-ой-ой-ой. И все идет, и идет это вообще. Ну ничего, потихоньку берусь. Все уже двери, все завяло. Ну ничего, сейчас лопат в руки. Хватит ныть. Все сделаем. Скорее закрою. Точно насыпала. Ну все, помогайте мне. Вот глаза боятся сделать. Чуть прям вышло, прям холодно стало. Ой, сейчас калитку побольше открою. Ну все, я начала убираться. Миша уже вон шторки позакрывал. Дорогие мои, давайте немножко разомнемся. Так, на этом я заканчиваю свое видео. Всем приятного просмотра. Мирного нам неба. Здоровья всем. Я говорю всем пока-пока. Ваш Галюня. Пока-пока.